Привет-привет, друзья! Вы на канале Котейка Dolls. И это небольшое дополнение к моему видео о шейных шарнирах. Ссылку на него вы сейчас видите в правом верхнем углу. Сейчас я расскажу вам, как поставить шарнир на тело Абицу. Особенностью этого тела является то, что у него очень мягкая шея и пластиковый каркас внутри. И с этими исходными данными, как вы понимаете, поставить шарнир просто невозможно. А штатный совершенно не подходит для Блайз. Поэтому нам нужно удалить вот этот якорек и укрепить шею. Укреплять шею мы будем с помощью пластика для моделирования Flex Step. Купила я его в интернет-магазине Леонардо. Также нам понадобится обычный медицинский шприц и фен. Чтобы демонтировать шейную конструкцию, нам нужно разобрать тело. И теперь с помощью тонкой спицы, иголки или зубочистки извлекаем шейный механизм и все возвращаем в исходное состояние. Нам с вами нужно заполнить пластиком вот эти пустоты. Теперь феном на максимальной мощности и температуре разогреваем пластик до прозрачного состояния. На это вам потребуется несколько минут. Теперь пластиком плотно заполняем шею. Учтите, что он выходит довольно-таки туго. Если вы укрепляете Абицу 22, то просто ждете несколько минут высыхания пластика и спокойно можете вкручивать шарнир, как обычно. Если же у вас тело Абицу 24, то не ждите высыхания и одевайте шарнир сразу, так как шея здесь немного большей толщины и могут возникнуть проблемы. Вот как выглядит куколка на теле Абицу 24. Визуально чуть более плотное тело, чуть шире бедра и на пару сантиметров выше рост. А Абицу 22, как мне кажется, более худенькая, миниатюрная, ну, в общем, более детская. Ну, в общем-то, на сегодня и все. Спасибо за внимание и до скорых встреч!